Практика применения территориальных войск самая широкая, от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе. Заводы, предприятия, электростанции, водоканалы. Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Квалификации и подготовки вагнеровцев точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных... Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях. И это, несомненно, очень полезный опыт для нашей белорусской армии. Так как мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле. Могут многому нас научить. Это очень полезный инструмент. Этим эшелоном помощь будут оказывать мне. То есть моим, мне же... Очень много нюансов тонких. Сразу видно, что люди боевые, там участвовали в действиях. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить. И чем чаще, тем лучше. А мы замотивированы, это однозначно. Вот, и готовы защищать Родину. Наты, осколки накидаем. Защитить свой край, родных и близких – обязанность каждого гражданина. За несколько недель в строю участники сборов по территориальной обороне укрепились в мысли о необходимости подобных учений. Опыт, который военнообязанные получили... Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта», он сказал, что де юре такого юрлица, как ЧВК «Вагнер», не существует и не существовало. Вот. И что это вопрос для изучения, рассмотрения дополнительного. Достаточно сложный вопрос в целом о юридическом статусе подобных компаний, который должен быть изучен. А все остальное, это уже относится к тем деталям, вот именно которые мы не раскрываем. По крайней мере, этот вопрос будет на рассмотрение. Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность.